Воскресший чиновник в Харькове предотвратили заказное убийство директора коммунального предприятия «Горэлектротранссервис» Владислава Васенко. Вчера город облетели кадры, как чиновника забирает скорая помощь. СМИ сообщили, Васенко скончался от инфаркта, а на сайте мэрии даже опубликовали соболезнования. Но, как оказалось, это инсценировка. СБУ получила информацию, что бывшая теща Васенко ищет для него киллера, чтобы потом прибрать к рукам имущество. Убийца должен был сделать смертельную инъекцию в спортзале. Роль киллера сыграл сотрудник СБУ. За вчинення цього злочину жінка пропонувала грошову винагороду в розмірі 10 тисяч доларів США. Оперативники спецслужби ретельно в усіх дрібницях зімітували вчинення злочину. Організаторка злочину була затримана на гарячому під час остаточного рахунку за виконання замовлення.